Раз в московском кабаке сидели, вели-вели-вели, и Мишка Лавренев туда попал. И когда немножко окосели, он нас в Пергану завербовал, в края далекие, в газлы широкие, на тропы те, где гибнут рысаки без обиды, без курева, жития культурного, та, что забрал начальник, отпусти. Наш шикарный поезд посадили, били-били-били, пожелав счастливого пути. Документами нас всех снабдили, не сказавши даже нам прости, в края далекие, в газлы широкие, на тропы те, где гибнут рысаки без вина, без курева, житья культурного, за что забрал начальник отпустить.